Так, в любую. Еще попасть надо. С бодрым, хорошим настроением пришел проголосовать и выполнить свой гражданский долг, что и призываю сделать всех тюменцев, потому что выбираем президента России. Вот. Мы, давайте, все-таки не забывать, республика президентская, президентское правление у нас с вами. Поэтому человек, от которого многое будет зависеть, от решения которого много будет зависеть. Конечно, мы должны понимать, что наша страна, наш регион, все наши муниципалитеты и все наши дальнейшие тренды, значит, все равно будут связаны с тем, кто будет возглавлять нашу страну. Поэтому пришел с хорошим бодрым настроением, вижу хорошее настроение у всех тюменцев, вот, активность на избирательных участках большая, праздник сегодня у нас с вами, Тюменская весна. Поэтому думаю, что вот в таком хорошем бодром настроении мы с вами и должны прожить все 18 марта. Я буду находиться на рабочем месте, потому что у нас идет процесс голосования, поэтому и региональное правительство, и муниципалитеты отвечают за техническое обеспечение всех мероприятий, потому что процесс у нас с вами организации выборов, он непростой. Посмотрите, сколько людей у нас здесь присутствует. Это обеспечение безопасности, это, естественно, обеспечение прав граждан, которые придут и будут выполнять свой гражданский долг и так далее, и так далее. Поэтому всем этим процессом мы должны тоже управлять. Но это только с точки зрения как раз обеспечения доступа на избирательные участки и техническое состояние наших избирательных участков.